Курская область – один из немногих регионов в стране, кто взялся за полное обновление трамвайной сети. Задача властей и подрядчика – завершить все работы к 1 января 2025 года. Поэтому темпы не снижают даже зимой и в темное время суток. Я вижу жалобы автолюбителей, что и пробки из-за этого возникают, но прошу с пониманием отнестись к этому, потому что без выполнения работ физических невозможно, без ограничений движения модернизировать трамвайные пути. Нужно понимать, что эти неудобства временные, но работу, которую мы с вами будем уже в январе принимать, она на многие десятилетия останется. С 1 апреля в Курске начнут активные строительно-монтажные работы по оставшимся линиям. Трамвайное движение на это время приостановят. Будут запущены дублирующие маршруты общественного транспорта, чтобы пассажиры, кто пользовался трамваем, они не остались без транспортного обеспечения. А летом в Курске могут ввести единый проездной билет. Он будет действовать на всех видах транспорта, кроме трамвая. Его добавят, когда будут завершены все работы по концессии 1 января 2025 года.